Газпром нефть. Так, всем привет. Стартуем мы из Нижнего Новгорода. Сейчас пока немножко выйдем с этих дворов. Время у нас 8:36. Двигаемся в сторону Саратова. 633 километра. Ну, показывает 8,5 часов ехать. Смотрите. И ориентировочное время прибытия 17:12. Ну, посмотрим, что по факту получится. Пока любуемся Нижним Новгородом утренним. Далее на трассу через Саранск и в Саратов.
Что-то трещит в машине, а что понять не могу. Данный автомобиль я уже перегонял из Ижевска в Нижний. Вот она поработала немножко в Нижнем Новгороде. И далее ей путь в Саратов. Еду с тремя видеорегистраторами. Один вперед, один назад, один в салон. Но вот в салон, к сожалению, не работает. Не знаю, что случилось, но не работает. Так, что у нас за улица? Улица Белинского. Дороги не особо чищенные после ночного снегопада. Есть ямы местами. Есть небольшие пробочки с утра в Нижнем Новгороде. Ну, не пробочки, а так, на светофорах чисто постаивают. На светофорах и сложных съездах. На улице минус 3. По дороге попробую что-нибудь придумать с салонным регистратором. Не знаю, может заработает. Но, к сожалению, нет запасного шнура. А подозрение именно в нем. Какой-то он весь гнутый. Thank you.
положение определено. Вчера поздно вечером сел в Москве на поезд на Ярославском вокзале в 23:55, в 6:26 сегодня был в Нижнем, получил машину, и сейчас у нас впереди камера, контроль проезда на красный свет, ограничение 60. Выдвинулся обратно, не обратно, а дальше, в точку Б. Впереди камера. Ограничение 60. Двигаемся по проспекту Гагарина. Привет, все нормально, машину получил, сейчас выезжаю из Нижнего Новгорода.
Впереди камера. Ограничение 60. Налево аэропорт, 22 километра. Снег ночью был, дороги не успели почистить, машины все в снегу, кто не успел выехать, еще не успел очистить. Не, а так в целом нормально все, и дорога, ну, более-менее нормальная. Мы посмотрим, что на трассе будет. Впереди камера. Ограничение 60. Сейчас дороги более-менее нормальные, без ям вроде бы. Разметку местами почти не видно.
Так, а есть ли у нас разница с Саратовом по времени? Да, есть. Час разницы. Сейчас у нас по Москве 8:55, по Саратову 9:55. Так, а билеты у нас РЖД из Саратова в Москву. Если прибытие в 5, по саратовскому в 6. Найти поезда. 19:50. В 19:50, наверное. Так, лучше на 19:04 успеть по московскому времени. 217 мест. Нормально, постараемся сегодня еще и уехать обратно. Постараемся, не знаю. Впереди камера. Ограничение 60.
Впереди мобильный пост ДПС «Переход». Ограничение 60. Маленький видеорегистратор не работает, я не смог его включить. Вот. А подскажи, пожалуйста, насколько хватает карты памяти в тренд-движении? Впереди камера. Ограничение 60. Осторожно, дети. Ограничение 60. Впереди камера. Ограничение 60.
Так, ехать по прямой 160 км. Арзамас 93, Саранск 275. Ну все, из Нижнего выехали на трассу Р-158. Двигаемся, любуемся просторами. Немного дольше простояли, проторчали в городе. Показывает прибытие в 17:18. Впереди мобильный пост ДПС. Ограничение 60. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 60. Да, перегон очередной. Из Нижнего в Саратов. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 50. Да пока ничего, не до этого пока. Умотал в командировку. Впереди камера, ограничение 60. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 60.
Впереди камера. Ограничение 90.
сотовой связи здесь уже нет, мегафон не ловит. Впереди опасный перекресток. Ограничение 90. Мияка.
Камадан. Впереди мобильный пост ДПС. Ограничение 90. Впереди мобильный пост ДПС. Ограничение 90.
Найди мобильный пост ДПС контроля разметки. Ограничение 90. Ограничение 60. Стандарт Ойл. Под Лукойл косят. Взят новый курс. Паковаться. Положение определено.
Ограничение 60. Кафе «Уют». Вот, выезжая из Нижнего Новгорода, можно здесь остановиться, отдохнуть, и магазин «Магнит». Ночлег, покушать. Интересно, какая погода в Саратове? Впереди мобильный пост ДПС. Ограничение 60. Саратове минус 2. Пасмурно. Короче, такая же погода, как и здесь.